Доброго времени суток, вы на канале «Правильный выбор». В этом видео поговорим о лучших капельных кофеварках для дома, к которым стоит присмотреться в 2022 году. Существует множество способов приготовления кофе, в том числе при помощи различных устройств. Так давайте же узнаем, какие капельные кофеварки для дома покупатели считают самыми привлекательными в текущем году. Под роликом я оставил ссылки на каждую модель, которая присутствует в рейтинге. Вы можете подробно ознакомиться с ценами и характеристиками. Приступаем. Начинаю рейтинг с Redmond Sky Coffee M1509S. Этой умной кофеваркой можно управлять удаленно при помощи приложения R4S Home. Оно дает возможность осуществлять старт и отсрочить приготовление кофе, включать подогрев, выбирать крепость, отключать звуковые сигналы и даже активировать защиту от детей. Данная модель также поддерживает экосистемы умного дома от Яндекса и Redmond. Среди прочих достоинств стоит отметить съемный многоразовый фильтр, высокую энергоэффективность и функцию антикапля, которая препятствует случайной утечке хотя бы одной капли напитка и появлению пятен на рабочей поверхности. Покупатели в своих отзывах, помимо прочего, хвалят утонченный дизайн и широкий функционал аппарата. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех технических новинок. Чтобы не пропустить новые выпуски, нажимайте на колокольчик. Я регулярно выпускаю видео, поэтому заскучать не успеете. Второй участник топа – это капельная кофеварка Redmond RCM1510. Она оснащена съемным многоразовым металлическим фильтром. Встроенные часы позволяют настроить приготовление кофе к любому удобному времени. Также есть возможность приготовить чай или любой другой травяной напиток, что выгодно отличает данную кофеварку от большинства остальных. Кувшин рассчитан на 1,5 литра, так что за один раз можно свободно приготовить от 7 до 10 чашек напитка. А еще у него есть мерная шкала для точного расчета воды. Как и у предыдущего героя рейтинга, здесь тоже реализована полезная функция антикапля. Функции автоотключения и защиты от перегрева тоже предусмотрены. Что думаете об этой кофеварке? Предлагаю обсудить в комментариях. Двигаемся дальше и переходим к Bosch Comfortline TKA6A041. Прежде всего стоит отметить автоматическую программу Aroma Plus, которая позволяет легко настраивать крепость напитка и запоминает выбранный параметр. Эта кофеварка отличается простотой, так как приготовить кофе с ее помощью можно нажатием всего одной кнопки. Также устройство оснащается резервуаром для воды с индикатором наполнения и колбой из термостойкого стекла, которая предоставляет полный контроль над приготовлением напитка. В аппарате присутствует система капля-стоп, с которой ни одна капля не попадет на рабочую поверхность. Реализована функция автоматического отключения и система настройки жесткости воды, которая напоминает пользователю удалить накипь. Заинтересовала эта кофеварка? Хотите узнать ее стоимость? Ныряйте в описание под этим роликом и переходите по нужной ссылке. Еще один представитель Bosch в рейтинге, на этот раз модель Bosch Compact Class Extra TKA3A031, которая может похвастаться наличием функции автоматического отключения, защиты от включения без воды, объемной колбой, противокапельной системой и удобным однокнопочным управлением. Кофеварка легкая, занимает мало места, а в отзывах покупатели отмечают приятный вкус напитков, простоту, высокое качество сборки и приемлемую стоимость. Многим для счастья большего и не нужно. Узнать стоимость и все технические характеристики представленных капельных кофеварок можно по ссылкам в описании под видео. Следующий участник топа – это Braun KF300. Данная капельная кофеварка проста в использовании, обладает функцией автоотключения и противокапельной системой. В резервуаре имеется датчик уровня воды, за один цикл это устройство может приготовить целых 10 чашек напитка. Также стоит отметить эргономичный дизайн и систему OptiBrew, которая обеспечивает высокую температуру заваривания, однородную экстракцию кофе и оптимальное время приготовления. А в отзывах покупатели чаще всего пишут про высокое качество материалов, большой объем резервуара и быструю скорость приготовления.
Третий и последний представитель Bosch в текущем рейтинге. Модель Bosch TKA3A033 имеет удобный откидной фильтр, антикапельную систему и функцию автоматического отключения, которая способствует меньшему потреблению электроэнергии. Помимо этого, она отличается простотой и надежностью. Для хранения шнура предусмотрен специальный отсек, так что не приходится ломать голову о том, куда же его девать. Объемный кувшин позволяет приготовить за один раз целых 15 чашек напитка. Согласитесь, что это немало. Также у него есть свойство сохранения тепла, так что кофе не будет остывать в течение 40 минут. Следующий участник – Orson CM0400G. Эта компактная кофеварка имеет встроенную кофемолку, что придется по душе любителям свежемолотого кофе. Регулятор позволяет легко выбрать мелкий помол для крепкого кофе или грубый для легкого классического напитка. Конечно же, можно сразу использовать уже молотый кофе, для чего достаточно отключить функцию помола. Объема стеклянного кофейника хватает в среднем на 2-4 порции. Система капля-стоп позволяет наливать кофе в чашке еще до того, как приготовился весь объем. Часто в отзывах можно прочитать, что покупатели очень довольны простотой, удобством кофеварки и качеством получаемого напитка. Финальную тройку рейтинга открывает кофеварка модели Kitford KT727. Стоит отметить ее компактность и простоту. В этом устройстве предусмотрен режим автозапуска, который позволяет настроить автоматическое приготовление кофе к нужному времени, причем без участия пользователя. После окончания процесса аппарат переходит в режим подогрева на 40 минут, а потом полностью отключается. Кофеварка также оснащена противокапельной системой, которая приостанавливает подачу кофе, если вынут кофейник. При этом можно налить кофе в чашку до полного приготовления. Резервуара емкостью в 1,5 литра вполне достаточно для приготовления 12 чашек напитка объемом 120 мл. Контроль над всеми функциями и настройками предпоследнего героя рейтинга Tefal CM6008 Confidence обеспечивает электронная система управления с цифровым дисплеем и кнопками с подсветкой. Можно регулировать крепость напитка и активировать таймер отложенного запуска. Также имеется функция автоматического отключения и противокапельная система. Специальный индикатор сообщит о необходимости удалить накипь. Пользователи отмечают, что этой кофеваркой действительно легко и просто пользоваться, хвалят стильный дизайн и приличное качество сборки. Завершает рейтинг модель Kitford KT752. Как и все остальные участники топа, она компактная, удобная и простая в использовании. Можно сказать, что это главная особенность действительно хороших капельных кофеварок. У нее имеется режим автозапуска с отложенным таймером. Кофейник отличается тем, что это термос с термоизолированными стенками, который способен сохранить температуру напитка на 2 часа. Также здесь применяется многоразовый нейлоновый фильтр. Не забыл производитель добавить и противокапельную систему. Довольные покупатели выделяют то, что кофеварка долго держит температуру, быстро приготавливает напиток и ею крайне просто пользоваться. С этим трудно не согласиться. Это был рейтинг лучших капельных кофеварок для дома, к которым стоит присмотреться в 2022 году. Десятка действительно добротных моделей, мимо которых любителям вкусного и ароматного кофе точно не следует проходить. Если вам понравился ролик, то попрошу вас поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Вас ждет еще много подобных видео, поэтому не заскучайте. Конечно же, про ссылки в описании не забудьте. Огромное спасибо и до скорых встреч!